Так. Против нас играет 100% два Протоса. Я тоже за Протоса. Вообще прекрасно. Что мне делать? Как мне быть? Так, скорее всего, зелками пойдут. Не знаю, против Протоса тяжело-то играть. Протос. Своими-то кривыми руками-то уж точно. Я, по крайней мере, хоть походил. А, это тоже походил, я смотрю. Ой, там много народу. Та-та-та. Ладно, они быстро меня ушатают. Значит, мне нужно поболее вот этих чудиков. Так, третий вообще не пошел. Или пошел? А, пошел, пошел. У него... О, блин. Черт. Там, походу, невидимки пошли. Это по звуку напоминало. Да. Там пошли невидимки. Вот черт подери. Надо второй тир качать. Это не архона, иллюзия была. Ага, это еще и против меня, это чудо идет, ёшка, это кот. Хреново дела. Погоди, нет. Ну, получается, я вообще не понял. Так, первый воюет с зергом. Так, так, хорошо, надо обсервера поставить. Улучшение завершено. Вот так вот. Значит, надо понять, что происходит, в принципе, вообще. Ну, с зергами я справлюсь, ладно, фиг с ним. Правда, здесь их все больше и больше, и это небольшая проблемка. С зергами как бы не повезло. Ладно, это их уничтожит. У меня не было выбора, пришлось апса делать. Так что тут... Так, сталкеров бы еще парочку, кстати говоря. А, ага, сталкеров, сталкеров, да, два сталкера давай. Так, что у нас дальше по расписанию пойдет? Сталкером пока телепортацию качать не будем. Угу. Кто бы сомневался. А у меня всего два сталкера. Ну ладно, пусть сталкером разбирается, я этих пока оглушу, это хорошо. Сталкеров я сейчас больше сделаю, конечно. Я здесь. Ну так вот четырех пока хватит. Это архон. Это архонт. Так. Против воздуха, против воздуха. Ну то только если делать, то мне зетки делать. Но я там еще не пойми с кем сражаюсь. Совмещение. Так что проблема. Призматических лучей. Призматическое ядро активировано. Ладно, тэшечек еще одну поставим, 225.
Нет, я с зергами воюю, так что все нормально сейчас на данный момент. И потом с протусом еще вдобавок. А кто у нас так вдувает зергом? Хотя тут хрен уже поймешь, кто кому вдувает. Пока вдуваем мы, это очень хорошо. Чисто воздух пошел, класс. А мне спрашивается, что делать. Ладно, пойдем пополам. Частично воздух, частично так. Что еще? Я здесь, среди теней. Так, ну с зергами, я смотрю, более-менее справляемся. Так что нормально. Основную цель я выполняю, но это до прихода ровно процесса. Дальше уже идет проблема. Еще двух сталкеров бы для идеала. Тяжело мне воевать против протусов. Очень непривычно. Среди теней. Ну, бессмертным тараканы-то не страшны. Все. Ярость. Я здесь, среди теней. Слава Деламам! Можно дизраптор, кстати, врубить. Демонстрация силы. Но тут с воздухом будет тогда проблема серьезная. Она и сейчас серьезная, да? Блин, ну Феникс, я сомневаюсь, что мне поможет, в принципе, но хотя... Давай посмотрим. Блин, давно я не воевал протосом против протосов из одновременно зергов. Враг будет сломлен, враг будет сломлен. Нам сейчас тут нос сломают, мне так кажется. Смываю. Уж больно сильно. Телепортация завершена. Даже, блин, не знаю почему. А, все, они уже справляются с этими. Порядок. Так, и пошел на зергов, чудненько. Он, блин, он сам телепортирует сталкеров. Жесткий черт. Так, ну если сейчас мы объединимся, то будет нормально. У меня аж опс есть. Так, вот теперь с этими будут проблемы. Но тут там остальные подходят. Мы сейчас объединимся неплохо. Огонь на поражение. Так. Парадок Курал. Смываю к победе. Давай посмотрим, чего там не хватает. Не хватает тут бессмертных. И неплохо было бы, кстати, архона сделать. Раз уж на то пошло, здесь же людей нету. Нету.
Фигул все парят. Есть же такой крупный щит под названием Архон. Они очень хорошо справляются со всем, что надо. Ну да, против зерга-то идеальные архоны. Пока будем ориентироваться, давай, на зерга. Потом уже как-нибудь передислоцируемся. Если получится, правда. Рядно много. Надо еще этот ставить. Так, немного побольше сталкеров, так как сталкеры остаются в живых. Не помешает. Я здесь. Среди теней. Еще вот так вот два сталкера. Дом. Я здесь, среди теней. Да. Можно я не буду комментировать это? Пишите свои комментарии. Ай, давай-ка еще один бой сыграем. Мне тяжело против зергов играть, против протосов. Я не люблю такое. Да уж, сказал я уж. Ну хотя бы с битвы никто не ливнул. Так, тут еще директ-страйки-то есть. Уже вечер. Еще так мало директ-страйков-то. Мило. Так, все любители Старкрафта. Противники были случайные, если я правильно помню. Я не смотрел. Так, первый я хожу, да? Значит, пошли так. Так. Ну, еще не успеем мародеры сделать. Ладно. Качаем сразу вот эту хрень. Завершена. Кто против меня? А, сразу прокачаю, чтобы голову не парить. Вот японская блоха. Они еще с восстановлением глицериновым. И на ДПС тоже прокачан, слушай. Забавно. Забавно. Время действовать. Ложись. Не следуем стимул. Оу. Лятора. Завершена. Ой-ой. Привет, Рейвен. Как у тебя деля? Хорошо? Вау, как круто! Ой, мы дезинтегрировали целую королеву! Я пьяный-то матрешкин. Ладно, я еще просрал первый тайм, но тут еще хуже будет. Чё-то жопка я свою чую. Да, под стимуляторами-то, слушай, нормально вырубливают. Дрожище. Длинная башка. Так, он не строил дополнительных тараканов. Тараканов. Так, это значит, он пойдет. Недостаточно минералов. Ну, а не дай бог, он бейлингов пойдет. Елпер, это матрешки, ну, это жопа будет. Класс. Слушайте, а вообще против королев помогает разве вот это вот? Хотя да, Теран уже бустили. И забыл. Я слишком долго в эту игру играю. Ты еще скажи... А, да. Он во второй тир идет, ребят.
завершено. Он идет во второй тир, он не строит больше. Это плохо. Мне нужны срочно огнеметчики. Ой-ой, какое здесь мясорубово. Ой, не, вообще это прикольно было. Мне сказать нечего. Так, сейчас скоро мой заход. Угу. Так. Улучшение завершено. Отлично. Может, мы сейчас и пробьемся, кстати. Да, мне же гранатчики нужны еще будут парочку. Кстати говоря, о птичках. Так, Рейвен. Так. Это, скорее всего, опять будет по гайду. Гайд я этот не смотрел, но могу предположить, что будет по бокам. Сразу вот это убираем. Бронебойную ракету оставляем. Я вот не люблю смотреть гайды. Я люблю сам их придумывать. Это, по-моему, гораздо интереснее, хотя... Не знаю, насколько эффективней. Сейчас я подойду, погоди, чувак. Улучшение завершено. Все. Богоньки нету, у меня один Рейвен цел остался. Ой, блин. Ой, это не мое. Так, Рейвен-то цел остался. Достаточно минералов. Но тут надо вот так. И вот так. Вот они вот так можно поставить. Вот так ставим. Недостаточно минералов. Так, и вот так. Пока пусть будет 4. Недостаточно минералов. Да, пока пусть будет 4. Мне нужно... В принципе, мне нужно больше пехоты. Кажется, нам кое-что срезали. Яички нам подрезали, да? Чпок, и все готово. Так, отлично, собаками эти разбираются. Там даже снайпер остался. Слушай, я не знаю, снайпера против зергов использовать. Друзья, реально, вот кому не сложно, напишите, это вообще эффективно. По-моему, зерг он своим количеством хорош, но снайперы тут как бы... Сейчас не могу дождаться. Я строить снайперов не буду, извините. Мне немного это в голове не укладывается. За мной. Так что сорян. Раз, два. Пошло, поехало. Так, пока так усиливаем. Следующим делаем, в общем-то, новый экстрактор. Не, нормально. Но тут, к сожалению, так все просто не пройдет, но у этого тоже тут не кисло теперь, кстати говоря, птичка. Немного гранат он на меня потратил. Да, вот сейчас будет очень больно. Так, тут мои уже идут. Давайте по антиарманной ракеты. Оп-оп. Где это не мои? Не, это не мои, мои без снайпера уже. Так, реактор в уран, давай тогда и сразу эту хрень.
Ой, экстрактор чуть не забыл. Все, огнеметчики доделали свое дело, подлое. Они для этого и нужны были. Так, нам надо счет сравнить, ребят. Ой, как сейчас этому будет хорошо-то, слушай. Они ж без армора. От, блин. Давайте, ребят, парочку десяток гранат. Хотя, ну, хрен получится, да? Бедный танк. Он долго так не проживет. Обидно. Так, ну это не мои, опять же. Так, дай-ка теперь подумать. Мне хотя бы парочку танков, но чувствую сейчас уталиски пойдут. Почему-то жопу я ощущаю, что-то не то будет. Есть такая у меня чуйка. Пока у меня эти справятся еще более-менее. Здесь у ребят уже проблема начинается, потому что я немного завкашил, да? Ладно. Все-таки у меня была причина. Если честно, так. Надо подумать. Стоит ли? Но с этими я справлюсь, и часть тех захвачу нормально. Так, надо либераторов, наверное. Угу. Пошли эти подлые твари. Да, тут либерки нужны. Мое увеличение количества и пехоты, и техники не придало никакого результата. Так, во-первых, нам нужен Рейвен еще один. Угу. Так, хорошо. Дальше. Нам нужны либераторы будут. С удовольствием, командир. Либераторы пусть будут спереди. Надо качать третий тир. Пока трех либераторов мне должно хватить на первое время. О, блин. Как-то сейчас не вовремя это было. Ну ладно, своих я одолел, порядок. Это уже хорошо. А, нет, я своих не одолел. У нас сбились волны. Это плохо. Так. Начинаю освобождать. Близится освобождение. Надо больше танков. Вот так потихонечку их будем оттеснять. Надо новый тир качать срочно. Вот это уже сторами. Ну, как бы не очень хорошая идея, если честно. Ну, хотя справился. Так, вот это его сейчас, по идее, должна была быть волна. Разработка завершена. Здесь справляемся более-менее адекватно, быстро. Здесь полностью мы не можем справиться. Здесь этих подземных много. Но против подземки у нас единственный выход это воздух. Он помогут здесь или нет? Вот в чем вопрос. Захват цели произведен. Ладно, давай пару танков еще сделаем. Танки мне все равно нужны будут. Вот, а пока не знаю. Давай парочку иксов еще. Не хватит, да?
ладно, пока так сойдет. Надо посмотреть, все-таки танки, да, нужны. Они очень хорошо себя показывают, но... О, нет, эти стрекозы сраные. Тут тоже будут проблемы сейчас. Мне надо срочно новый тир качать, чтобы либератором прокачать дальность. На данный момент времени это вообще не вариант. Оружие к бою. Близится освобождение. Так, пошли тогда. Разнесем их в клочья. Время действовать. Раз. Пошло. Недостаточно. Я понимаю, это, возможно, бесполезное мое занятие, но есть одна идейка, хочу проверить. Недостаточно минералов. Сейчас. Вижу все по-взрослому. Ага. И кажется, я оказался прав. Кажется. Точно не уверен, надо посмотреть вторую баталию. Так, хорошо. Следующий грейд качать надо. Без вариантов. Если дальность этим не прокачать, это будет плохо. Да ни хрена себе, сказал я себе. У них там безумие творится. Тоже видишь, танки, либераторы. Ну, либераторов-то я похороню. Проблема здесь в том, что у меня стреляли не туда. Называется АЕЙ. Разработка завершена. Так, ну ладно. Нет. Все кончено. Цель подтверждаю. Давай-ка по... Бляха-муха. Ну, ёшкин ты, матрёшкин. Фу ты, блин. Только хотел попробовать циклонов. Ну ладно.